Зачем такое длинное движение? Короче! Только что работали. Оп, коротко. Ой, шикарно, Олег. Даже Косте понравилось, он остановился. Решил постоять. Костя.
etapa. Поторопись. Какая-то странная добивка была, Олег. Это очень странно добивали. Не-не, ну там Константин обувь сейчас сразу. Хорошо было. Ну блин, я не знаю. Там тяжело, тяжело. Вот в принципе и приняли неплохо. Вот здесь не ошибаться. Вот это плохо, а там неправда. А сейчас надо было пробить раньше справа. Аккуратнее. А зачем? Зачем? Еще раз назад.
Оттуда тяжело вырезать на сетку. Назад. Привыкайте спокойно выбивать, когда тяжело. Тащили чуть ли не от пола. Тоже неплохо, ножки ровнее. Интересный розыгрыш. Так себе окончание. Опять. Так опять мы выходим на сетку и подкидываем просто наверх. Да? Так он бежал вперед и хотел ему. Представьте, что это финал. Thank you.
Yeah.
Вот это все, блин, вот в какой играли?